привет! Договаривать. Баба Вера опять с вами выдержала. Внук иногда так скажет, задумался. А потом я угадываю. Начинаю. Ты это хотел? Ты это хотел? Ты это хотел? А ничего не хотел. Он все передумал. Так что мы веселимся другой раз с ним. И по полной. Или это, давай бегать по комнате. И мы бегаем, круги нарезаем. Я рада, что ползать не приходится. Согласна бегать. 4 года. Требует, чтобы с ним сам оставаться. Нет, только давайте со мной. Вперед. Давайте все участвовать. Идемте все играться. Мяч взял, в залу играть. И мы так с ним активненько время проводим. Ну, а сегодня у нас Рита Дакота, электричество. Давненько мы ее не слушали, да? Что-то я уже не помню, аж когда. Ну что, поехали. О, бог ты мой. Хочу закрыть глаза. Ты моё бинго, мой флеш-рояль. Я не хочу назад. Он был репетицией до тебя. Твоё тело живая сталь, но это химия не потому. Ты нашу форму не сдавай никому. Непривычно слушать такую Риту, конечно. Но это точно электричество.
сколько, как говорят, солнечной энергии, и тоже же электричество. О, как таковой, вот нету таких там постельных сцен, катались в кровати где-то, а вот так вот все равно горячо было смотреть. Такая классная, женственная, симпатичная женщина, да? И в придачу еще счастливая и веселая. Мне понравилось. И вся жизнь, говорят, заиграла новыми красками. Это точно электричество. И надо смотреть, чтобы не было короткого замыкания. Но мне лично понравилось такое электричество. Изумительная работа, очень хорошо, очень так этот, очень зашло мне. И мне нравится, вот, как говорят, и это счастье видеть вот таких вот счастливых людей, видеть их счастливыми. Молодец. Живи, пой и наслаждайся чувствами своими. Вот, вот это жизнь, я понимаю. А так, если другой раз эти будни заедают полностью, а тут тупо отпусти все и наслаждайся этой жизнью. Не замыкайся на этих мелочах. Так что класс, класс, понравилось. Электричество, это вам не темнота. Так что пока-пока. До новых встреч.